Друзья, встречайте участников. Плеханова Ксения, Кострова Марина. Поселок городского типа Воскресенская, Нижегородская область. Здравствуйте, девочки! Какие вы смешные! Ну, у нас только в деревне это продается, поэтому мы решили быть нарядными. Это самое лучшее. Это самое лучшее? Самое лучшее. Вы прекрасно выглядите. Мы из деревни, друзья! Это клево! А сейчас нельзя было засчитать? А я тоже родился в ПГТ, поэтому я вас понимаю. А где твой костюм вот такой? А вы так не ходите? Я так дома хожу. Девочки, ну что вы, чем будете удивлять нас? А мы просто расскажем, вот как про... живем, ну как живем, что, да, что делаем. С Ксюхой друг про друга думаем. Правду. Да. Но мы как бы там все только за спиной говорим, а тут а можно поговорить. На всю страну. Ну, главное, чтобы смешно было. Ну, мы постараемся. Вот там кто-то смеется постоянно просто. Этот парень, он немножко ку-ку, он смеется давно. А у нас есть таких много. А если он смеется, это не считается, да? Не, если он смеется, пусть он и платит. Да, вот так, да. При деньгах. Девочки, единственный вопрос, конечно же. Вы сказали, вы из деревни, да? Вот Марина. Кто Марина? Я. Вы журналист? Да. А там есть что, у нас газета, у нас вообще-то живет 6 тысяч человек в районе. Как вы что? У нас ну, газета, вы... ее читают. Это почти Нью-Йорк. Тираж 6 тысяч, я так понимаю. Нет, 2. 2000, да. То есть 3 все-таки не осведомлены. Нет, 4000 не приносят. А дальше а пироги сплетни. Заворачивать надо. Сплетни. Заворачивать. Да. А Ксюша, вы ведущая. Да, веду свадьбы, свадьбы. А, значит, пока 2000 читают, 4000 отдыхают. Ну что, больше работать негде. Понятно. Девочки, мы вам хотим пожелать удачи. Спасибо. Спасибо. И давай. Вы такой клевый вообще. А можно вот пока не начали, вот если не выиграем, ну, и если выиграем, можно с вами сфотографироваться? Вот. Давайте так, сфотографируйтесь с нами, если не выиграете, или если выиграете. Да, вот так. А мы друг друга поняли. Давай. Девочки, я желаю вам удачи. Я знаю, я верю, что у вас все получится. Спасибо. Первая минута пошла. Ну что ж, давайте познакомимся поближе. Я Воскресенская жрица любви. А может, жрица борща, Ксюша? Да тебя вообще в деревне воблой называют. С чего это? Все видели, как тебя муж головой об стол стучал. Вот только не надо думать, что мы совсем деревня. Между прочим, Воскресенская и Киев очень похожи. У нас тоже есть драматический театр. И он еще более драматический, чем ваш. У нас люди, даже когда мимо проходят, плачут. Вы только не подумайте, что мы сюда деньги выигрывать приехали. Мы решили по городу погулять. Марин, я тут объявление читала. У них квартира продается, в которой аж 2 туалета. А у нас... А у нас во дворе. Сработала старая фишка. Ностальгическая шутка такая. Девочки, я вас поздравляю. 1000 гривен ваша. Спасибо. Уже. Вы немного волнуетесь, да? Она влюблена в Владимира Зеленского, увидела его, растерялась, все, это там сердце. Ну что вы, я как ведущий, коллегу, я понимаю, мы вас поддерживаем, не это. Я тороплюсь сфотографироваться, батарейка вдруг вся, телефон-то здесь. А, все да? там. Да. А что вы еще там припрятали? Шутки дополнительные, если вдруг продлите время. Или как? Если вдруг продлевать будете. Да, это из другой жизни есть такой-то. Мы вас поздравляем. Спасибо. Ну что? Девочки, ой, вторая минута. Сейчас я вы готовы? Ага, да. Ну, мы гуляли по городу. Поехали. Да. Ксюх, а я вот в салон красоты. Подождите. Я вам время начну. Давайте. Начну вам минуту. Вы не торопитесь так-то. Хорошо. Поехали. Ксюх, а я вот тут в салон красоты ходила и на ногах себе такой маникюр сделала. Дура, это ж педикюр. Не, педикюр меня стриг. Ну, что девчонка делала? А я в солярий ходила. А чё бледная? В теньке лежала. А я в секс-шопе была. О, ну и чего видала? Можно сказать, до этого ничего. Тысяч гривен ваши, девочки! Ну точно, мы у вас сегодня поедим, наконец-то!
Она, знаете, как... Можно я просто рассказать, не как надо, время нет, идет? Этого нельзя рассказывать. А таксист? А, таксист можно. Вы представляете, мы от вокзала до Майдана доехали за 500 гривен. А сказал, за 200 доедем, а на счетчике 490. Да. Да вы что? Да. Без денег остались. Это правда сейчас? Правда, правда, мы правда, правда говорим. Прям правда. Вот это... Если ты смотришь на сейчас, да. Куда посмотреть? Вот, смотрите, вот туда. Банный веник, он вез банный веник, чтобы он его не пропарил. Вот. Да, мое пожелание. Тебе добра и здоровья, милый человек. Нет, добра и здоровья, это уже на Игоря посмотрите. Вот. Девочки, все. Ну уже 5000. Ну 5000, да. В 10 раз больше, чем вы вот это. Отдали. 10 раз можете туда-сюда на Майдан, с Майдана на вокзал. Вы хоть взяли его телефон? Нет! Нет, он наш и забрал. Ну что, мы продолжим или да, вы все-таки... Да, продолжим, да? Идем на 10000. Третья минута. Друзья, давайте поддержим их. Это веселые девочки. Третья минута начинается. Представляешь, а мне мой на годовщину костюм школьницы подарил. Даже не знаю, чьё и думать. А чё тут думать? Конечно, доучись. Сейчас без образования никуда. И вообще, Ксюх, давай используем этот шанс. Ты посмотри, сколько мужиков симпатичных сидит. Ага, я вот от этого ребенка хочу. От которого? Ну вот от этого сектора, мне не принципиально. Браво, девочки, браво! Эти аплодисменты вам! И на вашем счету уже 10 тысяч гривен, мы вас поздравляем. Спасибо. Классно, смешно. И было смешно, кстати. Да. Ой, спасибо вообще, спасибо. От вас вот прям вы такие, ой. Ну, если вам не принципиально, то... Не, ну если между вами выбор стоит, то принципиально. Лучше берите сектор. Там и выбор побольше. А что там у нас это? Давай посмотрим. Погодите, погодите чуть-чуть. Давайте. Про запас все-таки. Ага, ага. Все понятно. Есть там шутка, которую вы можете заработать 20 тысяч гривен? Постараемся. Не знаем, мы будем стараться. Не в деньгах счастье. Попробуем, да? Да. Ваши аплодисменты, друзья, давайте. Спасибо. Зарядим девочек позитивом, эмоциями. Идем на 20 тысяч гривен. Ксюх, вот знаешь, смотрю на тебя, и ты что, все надеешься кому-то понравиться? Учись вон у меня. Я вон уж полгода после шести не ем. А я и после одного доедать брезгую. Знаешь что, мы с такими шутками точно не выиграем. Надо что-то модное, современное показывать. Ну я, оказывается, немного тверк могу танцевать. Ух ты, круто. А немного это как? Ну если прям сильно шлепнуть, то минуты три танцует. Ага, быстрее. Ага, да, я вспомнила. А представляете, я в Воскресенское приеду и первой красавицей на деревне стану. С чего бы это? Мне здесь парень маску для похудения подарил. Она вся такая кожаная, вот тут молния. Да, да. Женя заулыбался. У него есть такая маска. Это я подарил. Он сейчас в ней, Игорь, он сейчас в ней. У тебя молния разошлась, Женя. А ты что, видишь, что тут под столом? Нет. Бля, кто я камеру туда поставил? Девочки, 20 тысяч гривен ваши! Песни. 20 тысяч, хорошие деньги. Да, но мы говорим, что не в деньгах счастье, мы же хотели еще песню спеть. Про да. нас, чтобы вот вы поняли, кто мы, чем мы еще занимаемся. А если проиграете? А вот фиг знает, стоим, думаем. Да. Че, петь? Петь, да? Ну вы давайте, петь или не петь? Я не думал, что у нас так много фанатов Воскресенского. Вообще, мы сами в шоке. Просто думаю, что приехало воскресенье, но... Песня о том, что мы, чем мы занимаемся в нашей деревне. Вот есть. Вы уверены, точно? Ну, была не была. Итак, пятая минута. 50 тысяч гривен. Поехали. Меня тут на свидание пригласили. Посоветуй, какое мне лучше белье надеть? Постельное. Ну, сразу, чтоб не думать. Ты вообще, зачем ты про свои свидания разговариваешь? Знаешь ведь, что я разрыв с Мишкой переживаю.
Уткнуть бывает лицом в щебенку. И реву, реву. А почему не в подушку? В подушку засыпаю. Марин, ты вот лучше за меня порадовалась. Я, может, в Киеве замуж выйду. А ты не боишься, что Витька из армии вернется? Да не бывает такого. Это почему? А не бывает, чтобы человека в тюрьму забрали, он из армии вернулся. Кстати, насчет армии. У нас... Женя, первый раз твой смех я тебе простил. Поздравляю. Спасибо. Но второй раз смех, девочки, мы вас поздравляем. Вы победители нашей программы. Ну, смешные девчонки. Очень, да, очень. Очень, это правда. Мне вообще все понравилось, я уже мысленно трачу деньги. И мы в восторге от Киева, от Украины, мы в таком восторге. Мы всем будем рассказывать, как тут круто. Спасибо! Спасибо большое.